Добрый вечер, уважаемые зрители, и добро пожаловать в игру Nine Monkeys of Shaolin. Игра в стиле beat'em up. Ну что ж, новая игра, один игрок и, конечно же, максимальный уровень сложности — легенда. Враги сражаются за пределом возможностей, внутри миссии нет сохранений. Но это действительно сложно получается. Далеко на востоке лежит Срединное царство, родина великих мыслителей и непревзойденных мастеров, страна могучих рек, величественных гор и таинственных лесов. Именно посреди этих земель сотни лет назад появился легендарный храм Южного Шаолиня. Его обитатели веками оттачивали свои древние техники, ежедневно тренируя тело, дух и разум. Бесстрашные монахи героически защищали храм как от безжалостных бандитов, так и от ужасных порождений тьмы. Однако настоящим испытанием для них стало нашествие на южные берега страны полчищ Вакоу, пиратов с востока. Когда погрязшая в коррупции власть оказалась не способна справиться с врагами, защитники Шаолиня решили нарушить свои правила и пришли на помощь в войне. Объединив силы с императорскими войсками, монахи все-таки смогли одержать верх над армиями Вакоу, ценой жизни многих своих воинов. После победы монахи вернулись в стены монастыря, а в прибрежных городах вновь закипела жизнь. Однако для молодого рыбака Вайчена и его деревни одни напасти сменялись другими, и казалось, не закончится никогда. Опять бандиты. И месяца не прошло. Нужно найти деда. Старик наверняка опять в одиночку полез на них. Значит, в игре есть несколько типов ударов. В настройках можно в управлении поглядеть. Есть секущий удар. Вроде как в игре написано, что он хорош против врагов без брони. Тычковый удар, видимо, против бронированных, я так понимаю. Есть удар ногой, есть парирование и уворот, естественно, и подбор. Видимо, подбор предметов. Вот это вот секущий, вот тычковый, вот нога. Причем они все в комбинации прям вот соединяются как угодно, да. Вот парирование, вот уворот. Такой красивый прям уворот. Быстрая универсальная атака. Это вроде как чуваки с кусаригамами. Бам. Так, попробуем парирование сделать. Но для этого нам нужно... Так, уворот. Отпрыгивать от вражеских ударов. Оп. Давайте оставим одного... Ага. Одного противника. И пусть он нас атакует. Оп. Комбинация. Пока что я не вижу каких-то особых эффектов от парирования. Это похоже на просто временный блок. Пробел, чтобы парировать. Хотя нет, посмотрите-ка, они оглушаются на время, да? Так, и какие-то тут умения еще есть на 1, 2, 3, 4. Враги в броне более устойчивы к атакам. Ну, кстати... А, да, они не перебиваются. И тычковые удары их глушат, а секущие нет. End-end комбо из тычковых ударов прерывает атаки... Ну, это вот мы уже поняли, да. Ой-ой-ой. Они друг друга атакуют? Да ладно. Погодите-ка. Мне сейчас показалось, или уворот их тоже немножечко это сбивает. Да, уворот их тоже чуть-чуть оглушает. Прыгать мы не можем, да? Сейчас поразбиваем, может быть, какие-то тут предметы. Ну, да, не может быть, и должны быть. В любом случае. Вазы не разбиваются, да?
Page up. Удар ногой. Прыгает к врагу с большого расстояния. Ага. Оу. Можно отражать пули. Ха. Слушайте, так это этот, получается, как джедай. Ух ты. С одного этого. Смотри-ка, надо следить за ними. Потому что у них выстрелы самонаводящиеся. То есть от этих выстрелов, в принципе, ну, никак не увернешься. Может быть, увернуться можно, помимо парирования. Вэй Чен, немедленно уходи отсюда. Тебе с ним не справиться. Ах ты, тварь! Ого. А точно не справится? Ну, это, наверное, по сюжету так сделано. Вэй Чен лежал посреди разграбленной деревни и истекал кровью. И так бы наша история и завершилась, если бы не вовремя подоспевшие буддистские монахи. Соорудив из своих посохов носилки, они взвалили на них Вэй Чена и несколько дней подряд несли его, пока не добрались, наконец, до одного из местных домов-крепостей. Глава первая. Очнулся, наконец. Рад, что мои снадобья смогли помочь. Когда тебя принесли, ты едва дышал. А вы кто такие? Как я здесь оказался? Мы монахи Южного Шаолиня. Я мастер Цзунфэй, а слева от меня мастер Гуан Ли, предводитель нашей группы. И мастер Сюань Пай, его правая рука. Ты находишься в нашем лагере, в заброшенном Тулоу, неподалеку от своей деревни. Разведчики обнаружили тебя среди развалин и принесли сюда. Спасибо вам. Меня зовут Вэй Чен. Мой дед был рядом со мной там, в деревне. Он не выжил? Сожалею. Мы пришли, когда все уже закончилось. От деревни оставались только дымящиеся руины. Ты единственный выживший. Выродки. Я выслежу эту банду отбросов и перебью их всех до последнего. Ты что, думаешь, это обычные банди... Нам жаль сообщать тебе такие горькие вести, но хотя бы ты теперь в безопасности. Ты быстро идешь на поправку и скоро сможешь отправиться к своим родным. Тебе есть куда пойти? Родителей не стало, когда я был еще совсем ребенком, и меня растил дед. Вся остальная родня тоже жила в этой деревне. Судьба подкинула тебе нелегкую долю, Вэй Чен. Дождемся твоего выздоровления, а затем подумаем, что с тобой делать. Не на улицу же тебя выставлять. Так. Что, нам надо с кем-то поговорить, да? Лю Хайбо просил тебя к нему подойти. Лю Хайбо. А, задание, смотри-ка. Если понадобится помощь в бою, ты только позови. Я, конечно, не мастер Джин Лун, но сражаюсь уж точно не хуже тебя. Кооперативный режим. Понятно. Включить второго игрока. Настройка управления. Понял. Это нам не нужно, это мы будем сами все проходить. Вэй Чен, привет! А, вон Лю Хайбо. Лю Хайбо. Угу. Что-то ты не сильно похож на монаха. Проницательности тебе не занимать. Я простой обедневший торговец, а по совместительству капитан корабля «Воробьиное перо». С монахами мы встретились на юге, в провинции Фудзянь. Там же, где расположен храм Южного Шаолиня? Верно. Им нужен был корабль, чтобы попасть сюда к вам в Чэцзян. Денег за это я брать не стал, а в итоге так и остался с ними. Слежу за оружием и помогаю добираться куда нужно. Команды у меня сейчас нет, поэтому управляться с кораблем мне помогают сами монахи. Первые в мире боевые моряки Шаолиня. Так. Дубовый шест. Критические удары оглушают врага. Ага. Так, тут что, ничего, да? Пока ничего. С
Судя по всему, парень, ты не робкого десятка. И можешь постоять за себя. Однако, чтобы полностью раскрыть свой потенциал, тебе необходимо начать использовать в бою свое ЦИ. Иди за мной, я научу тебя, как это делать. Ну, это тоже интереснее. Против стрелков без шлемов используйте удары ногой. Они позволят подлететь с большего расстояния и нанести дополнительный урон. Для начала, как следует, сконцентрируйся и ощути жизненную силу внутри себя. Почувствуй, как она движется по телу, как она наполняет каждую его часть. Теперь начни выполнять один из приемов, но не торопись и попробуй пустить в удар всю свою энергию. Так, зажмите Home, Page Up или End для усиленной версии удара. О! Ага. А ты быстро учишься, Вэй Чен. Важно помнить, что сила эта не бесконечна и восполняться будет только в сражении. Да, да, да. Слушай, еще и об стенку ударять, смотри. Это уже люкенговское что-то. Оглушение. Сильно. А что, сколько надо еще раз? А, я понял, мне нужно прям всю энергию потратить. Окей, сейчас. Так, что ли? Сюань Пай просил тебя к нему подойти. Так, это не он. Сюань Пай. Ага. Вэй Чен, раз уж ты почти поправился, у меня к тебе есть одна простая, но очень важная просьба. Брат Джен Лун отправился в храм поздней сливы на острове Путашань. От него давно не было вестей, и Лю Хайбо собирается сплавать за ним. Сможешь помочь ему? Конечно, без проблем. К тому же мастер Цзун Фэй сказал, что мне сейчас нужно больше двигаться. Спасибо, ты нас очень выручишь. Заодно познакомишься с Джин Луном. Он один из лучших воинов Южного Шаолиня. Так, награда. Не знаю, что это пока что. Хорошо, отправляемся. Ну... А, все, типа, отправляемся, да? Угу. Так, враги в броне крайне устойчивы к повреждениям. Попробуйте использовать оружие с высоким рейтингом пробития брони против них. Ага. Я пока проверю трюм, а то там недавно крысы завелись. Буду ждать вас здесь. Да кого ты пытаешься обмануть, бородатый? Ящики с вином у тебя там, а не крысы. Это целебные настойки. Давайте побыстрее там, хочу отплыть до полудня. Бора, и чё, типа? Похож немножко. Странно, ворота разломаны. Храм атакован. Нужно найти Джин Луна. Так, подожди. Немножечко пропускаю ударов, но ничего страшного. Так. Слежу за стрелком. Обязательно. Что у них там? Ой.
Да, да, вот видите, критические удары реально оглушают надолго. Ух ты, а вот это уже... Слушайте, ну у них удар длинный прям. Я уже почти все жизни потерял. Но почему-то усиленные удары их... Не пробивают, ну не то, что не пробивают, не оглушают, или они медленные слишком. Слушай, меня сейчас убьют. Опасно. А, они прям настолько в броне, что типа меня аж не сбить их никак. А полоска, я так понимаю, подожди, это... Ой-ой-ой, нифига их сколько. Нормально, с его же. А жизни пополнять можно? Погоди, если я сейчас проиграю, то я не смогу, да? Мне придется заново, да? Ого! Ужас. Мне один удар остался буквально. Опасно. Вы не спасли Джейн Луна. То есть мне нужно еще и на скорость? Понятно. Надо еще играть и на скорость. Окей. Окей. Играем быстро. Играем стремительно. Все, тренировка закончена. Теперь... Нужно найти Джин Лу. Нормально. Тихо. Тычковые удары. Хотя они не бронированные.
Вот ребята бронированные уже. Вот эти, конечно, они очень особо бронированные. Практически не сбиваются их атаки. Опа. Хорошо. Хорошо, идем. Я думаю, я собью ему атаку, но нет. Быстрее, быстрее. Так, какое-то это достижение дали. Да ну, что творят? Убивают, прикинь. И снова жизни почти нет. Зеленый чай Лунизин восстанавливает 20% здоровья. Нажмите кнопку 1, чтобы выпить, или зажмите, чтобы пить до полного восстановления. О-о. Не храм, а куча бесполезного хлама. Ну что, придурки, нашли? Мы все перерыли. Даже сортиры. Его нигде нет. А, дерьмо. Добейте монахов и этого оборванца. А потом сожгите здесь все. Ты кого оборванцем назвал? Опа. Да, долгий удар слишком. Ух ты! Нифига их тут. Опасно. Уже и жизни-то нет. Ого. Ты посмотри на них.
души, Джень Лун. Верно. А ты, должно быть, тот самый рыбак? Да, меня зовут Вэй Чен. Шигуан Ли прислал меня и Лю Хайбо за тобой. Похоже, этот здоровяк тебя знатно отметелил. Это был только первый раунд. Однако надо признать, что их предводитель хоть и сражается с грацией пьяного пеликана, но силой обладает нечеловеческой. Пойдем скорее на корабль. А то Лю Хайбо снова будет ругаться, что мы тут копаемся. Неплохо, неплохо. Сложность есть. Угу. А в результате тут сложность не пишут, да? Чжэнь Лун, удалось что-то узнать? Сами монахи ни о чем не слышали. Однако внезапно объявившиеся в Акоу все-таки дали пару зацепок. Судя по всему, в регионе орудуют как минимум два их клана. Красный, который напал на деревню Вэйчена. И зеленый, с которым мы столкнулись сейчас. Связаны они или нет, установить не удалось. Подождите, подождите. Вы сказали в Акоу? Именно так. Японские пираты вновь объявились у берегов Срединного царства. Правда, пока их атаки еще очень малочисленные. Но ведь вы разгромили Вакоу в пух и прах 5 лет назад. Я думал, на нашу деревню напала очередная шайка бандитов, которые только для устрашения переоделись в пиратов. Они уже не раз такое делали. Мне плевать, бандиты это или очередное нашествие Вакоу. Я хочу помочь вам сражаться против них. Во-первых, говорить о полноценном нашествии пока рано. Есть разные версии происходящего. И с целью все прояснить, нашу группу и послали сюда. Во-вторых, если нам понадобится помощь в ловле рыбы, то мы тебя обязательно позовем. Ловле рыбы? Да я дерусь получше вашего! Не вешай мне лапшу на уши. Откуда простому рыбаку уметь драться? Искусство боя посохом передавалось в нашей семье из поколения в поколение вместе с рыбацким делом. Дед не успел обучить меня всему. Но этого хватало, чтобы защищать нашу деревню от бандитов. И уж точно хватит, чтобы выбить этим голозадым пиратам все зубы. Что есть, то есть. Я видел, как он дерется, Гуан Ли. Техника у парня слабовата, но силы и стойкости хватит на двоих. К тому же ты и сам понимаешь, что с такими ранами, как у него, выживают единицы. И при всем моем уважении к учителю, но одними лишь настоями тут не обошлось. И еще он может убить пирата, ухватив того за усы. А если у пирата не будет усов? Они убили всю мою семью и разрушили мой дом. Дайте мне шанс отомстить им. Ладно, лишний посох нам сейчас не помешает. Как будешь готов, подходи. Есть у меня для тебя пара заданий. Я вас не подведу. Так, теперь вопрос. Как сохраниться? Ну-ка. Что ж, Вэй Чен, теперь ты сражаешься бок о бок с настоящими монахами Шаолиня. Если захочешь научиться чему-то новому, то я всегда готов показать тебе что-то из наших техник. Ого. Так, прокачка есть. Удар ногой, секущий удар, тычковый удар. Для удара ногой подлетает к врагу с 5 метров. Шанс критического удара, урон на 35% больше урона врагам без шлемов и поднятым в воздух. А, тут и такое есть. Дистанция рывка, восполнение ци, критический удар по врагам без шлемов. Усиленные атаки наносят на 50% больше урона врагам без шлемов и врагам в воздухе. А, вот это все для всех одинаковое, да? А, нет, не совсем. Смотри, вот здесь по-другому. Урон крит попадания секущим ударом увеличен. А тычковый? Что у тычкового? Критический удар увеличит пробитие брони до 35%. Дистанцию рывка к врагам перед ударом. Вот, кстати, тычковый удар тут, мне кажется, довольно-таки сильный. Усиленные удары. Удар концом оружия наносит на 30% больше урона. То есть, вот тычковый удар, и вот я смотрю, тут в прокачке есть навыки для удерживания противников на дистанции. Добавляет 4-й тычковый удар, мощный выпад вперед, прерывающий большинство врагов. Кстати, прерывать врагов тут выгодно.
Усекущий удар в конце вихрь, быстрокруговой прием. Пятый секущий удар. С размаха бьет врага об землю, заставляя его отскакивать в воздух. Отскакивать в воздух, чтобы потом усиление работало на тех, кто в воздухе. Понятно. Короче, мне придется очень здорово подумать над тем, что я буду прокачивать. Да? Прокачка вот за эти вот символы. Получается, что? Получается, что игра, скорее всего... Да, игра, скорее всего, сохраняется автоматически. Точно. Точно, точно, точно. Ну что ж, друзья. По-моему, отличная игра. Прикольная. Даже есть сложность, да? На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки, чтобы не пропускать новые видео. В описании будет ссылка на плейлист по этой игре. Всем пока!